Хорошо, я тебя высписал. Как еще раз сказал? Теперь ты будешь автомобилист, потому что ты прийти. Стоп, стоп, не шевелись, это ну, очень тяжело высовывать свет. Раз, два, три. Итак, что вы привезли на выставку? Мы сегодня, кроме старых изделий, которые раньше представляли, всегда представляем новые изделия. Это газовый амортизатор переменного давления с дистанционным управлением. То есть мы шагнули немножко вперед и впереди, в общем-то, всех существующих конструкций, потому что мы можем дистанционно практически регулировать жесткость машины. То есть, ну вот на этом амортизаторе, скажем, это может производиться с помощью двух гаечных ключей. Просто устанавливается система для регулировки где-то в районе колеса под капотом и производится регулировка. То есть мы можем добиться характеристики машины от суперкомфорта, как вот американские машины, так до суперспорта. Это специальные раллийные машины с очень жесткой подвеской, когда практически все делается для управляемости, но полностью исключается комфорт. Мы сейчас устанавливаем такие системы для спортсменов Украины и России, значит, и они ездят на машинах, обеспечивая наилучшую управляемость, по их мнению. Но при этом абсолютно отсутствуют вибрации в машине. Но пока это у нас опытные образцы, а серийное производство сейчас мы готовим амортизаторов без регулировки. Что, снимаем, нет? Да, больше, меньше. Все. Итак, что вы привезли на выставку? На выставку Судотехсервис привезло значит, свои возможности показать. В первую очередь мы заканчиваем и закончили ремонт яхты президента Кучмы. Значит, отремонтировали средний ремонт, большой, качественный, высокую оценку получила представители президента. Это во-первых. Во-вторых, надо показать, как сделали танкер новошиповский водоизмещением 68 тысяч тонн «Победа». Кроме этого, у нас большие возможности открываются по сертификации украинским регистром, российским регистром и международного стандарта ISO 9000 по версии 2000 года. Представьтесь. Я директор фирмы «Общество с ограниченной ответственностью Судотехсервис». На рынке судоремонта мы работаем уже третий год. Надо сказать, успешно развиваемся и создаем новые рабочие места и стараемся принести пользу и себе, и городу Героя Севастополя. Виталий Тимофеевич Мантуров. Спасибо.
Они в основном связаны, вы не отвечите, это же, ну, ваша специальность и аварийность. На выставке, да, я сначала представлюсь, наверное, да? Директор Морстройпроекта, ЗАО Морстройпроект представляет собой научно-исследовательскую организацию, ну, фактически это институт, занимающийся проектированием, научными исследованиями и в особенности в области гидросооружений. Вот мы привезли с собой, привезли сюда показать всем, чем мы располагаем на сегодня. Один из самых интересных моментов, на мой взгляд, даже не моментов, а проблем, является причальный фронт Севастополя. В Севастополе всего 280 причалов, и все они исключительно до недавнего времени, да даже и сейчас, являются бесхозными в гидротехническом плане. Хотя многие из них, и многим из них уже более 50 лет. На многие даже нет формуляров, неизвестно их техническое состояние. И мы в этом вопросе пытаемся навести какой-нибудь порядок. Следующая экспозиция – это вот наш инициативный проект развития комплекса Донузлав. То есть задача такова – вовлечь эту природную гавань и то, что там уже создано было ранее, вовлечь в народно-хозяйственный оборот. Это задача важно. Стоп. Они не до нуля, да?
Thank you.
Как начинаете торговать? Качу не давать. Витрины с ними, видимо. Будем продавать. Итак, что вы привезли на выставку? На выставку привезена рыбопродукция фирмы «Рыбфлот» и «Пейнагор» перерабатывающая. Собственная продукция, изготовлена на собственных мощностях. Большой ассортимент, очень вкусная. Давно забытая продукция нашим народом. Мы ее восстановили и сейчас будем предлагать покушать, дегустацию. Сырьевая база, откуда рыба? Сырьевая база черноморская. В основном мы делаем из нашей черноморской рыбы. И также океанической сырья, которая поступает к нам сюда, в Севастополь. Не меняются ли какие-то технологии или рецептура, отличная от тех, какие используются в городе? Да, применяется. Мы применяем давно забытые старые рецепты, которые забыли. Расширяем значительно ассортимент и вкусовые качества. Скоро севастопольцы попробуют нашу рыбу, которая открыт комплекс на Пролетарской, 33 в Камышовой. Наш рыбацкий край. Я думаю, что скоро севастопольцы увидят нашу хорошую продукцию. Ваше предприятие работает по полному циклу. Само и рыбу ловит, само готовит продукцию, само ее реализует. Да, у нас свои корабли на Черном море работаем. Есть цех по переработке свой. Свой торговый комплекс красивый мы сейчас сделали. Он готовится к открытию. Полностью замкнутый цикл свой. Так, еще лично. Скрывайте карты, баночек, скрывайте, работайте. Мы не хотим карты. Не страшно. Нет, работайте. А сейчас выберите. Скрывайте баночки, сейчас подожди. А вот теперь рулеты. Спасибо. Мой. Еще такое. Посмотрите. Нет, женщина. Мелкая рыба 3 рубля, а это 2,90. А это что, с огурчиком или это просто? Да, это огурец, конечно. Это... Скажите, а у нас есть 2-3. А потом пойдем. Сереж, пожалуйста, стройте, не надо перенести. Но только чтобы деньги отдали все. Добрый день, реально. Друзья, нам приятно отметить сегодня, что нынешний день города пришел при более активном участии всех наших севастопольцев, прежде всего наших деловых кругов. Мы сегодня уже отмечали тот факт, что практически все школы нашего города представили свои экспозиционные
экспонаты. Все наши основные предприятия участвовали на выставке в выставочном зале. Те предприятия, которые не участвовали там, были практически выставлены на Приморском бульваре. Мы благодарны вам за то, что вы сегодня не стоите на месте, что вы развиваетесь. Что ежегодно вместе с вами осматриваем выставку всех наших достижений, мы отмечаем, что мы двигаемся вперед. Нам приятно сегодня отметить, что те технологии, которые раньше были подвластны только столичным мастерам, сегодня подвластны нашим мастерам. Сегодня мы умеем делать на европейском уровне, на европейском качестве. Мы сегодня по праву гордимся тем, что возвращаем себя звание рыбной столицы Украины. И мы сегодня побывали на нескольких предприятиях наших рыбоперерабатывающей отрасли и с большим удовлетворением отметили прекрасные вкусовые качества, оформленные товары. Я думаю, что у вас есть большое будущее. Я хотел бы поблагодарить всех работников наших жилищных управлений и других предприятий, которые приняли участие в организации выставки цветов. Нам приятно, что и эта традиция сегодня возрождается так, как она была раньше представлена. Что сегодня появились первые мозаичные панно. Я думаю, что в следующем году, в юбилейном году, мы, естественно, конечно, приумножим наши традиции и покажем достойно город Севастополь. Поэтому я хотел бы всех вас искренне благодарить за ваше участие в выставке. Сказать вам огромное спасибо за ваш труд. С праздником, друзья! Уважаемые товарищи, от лица городского совета я также хочу выразить вам искреннюю благодарность за участие в выставке товаров народного потребления в честь дня нашего города, любимого города. Мы действительно сегодня увидели продукцию великолепного качества и по ценам, так скажу, ну, более-менее уже они приближаются к такому широкому доступу для населения. Горсовет, администрация в этом отношении нас всегда поддерживала. В последнее время ведет политику поддержки нашего севастопольского товаропроизводителя. В части предоставления земли, в части предоставления в аренду помещений коммунальной собственности, в части налоговой политики. Смею вас заверить, что эта линия будет и дальше поддерживаться для того, чтобы город Севастополь развивалось производство, выпускалась продукция великолепного качества и доступного всему населению города Севастополя. Поэтому спасибо, что вы сегодня продемонстрировали свои возможности. И опять же заверяю вас, что ваши добрые и благородные начинания будут поддержаны городской властью. С праздником вас, уважаемые! Естественно, с нас самых маленьких, начнем с самых большой надежды нашего, посвященной 219-й годовщине основания Севастополя, Севастопольской коммерческой техникой. Награждается участник выставки Севастопольское медицинское училище имени Жени Дерюгина. Частное педагогическое училище. Частное педагогическое училище есть? Нет. Севастопольский центр профессионально-технического образования имени маршала инженерных войск Делавания. Училище номер 34. Профессиональное училище номер 28. Награждается металлургический эколого-металлургический центр. Награждается дом Севастопольская детская морская флотилия имени Героя Советского Союза адмирала Кузнецова. Производственный центр Нагимовского района. Индустриально-педагогический колледж.
награждается фирма «Маркей». Награждается фирма «Лита». Предприниматель Олежка Валентина Александровна. Награждается фирма «Атлантинская ОТД». Награждается фирма «Консолька ОТД». Акционерное общество «Интермеди». Награждается частное предприятие «Балаклавский завод на Южике». Награждается фирма «Тарда». Награждается фирма «Тен». Награждается предприятие «Акционерное общество «Севастопольский маяк». Это частное предприятие «Орион Дизайн». Награждается предприятие «Агротехсервис». Награждается общество охраны природы. Награждается знаменитое акционерное общество «Озеленитель». Ну и, конечно, венец благоустройства озеленения управления жилищного хозяйства. Ну и, уважаемые, на второй этап.